За запрет на оформление шенгенских виз россиянам по паспортам Российской Федерации, полученным в ряде новых регионов страны, а также в Абхазии и Южной Осетии, проголосовало большинство депутатов Европарламента. За принятие документа проголосовал 531 депутат, 7 были против, 34 воздержались. При этом в Европарламенте отметили необходимость сделать исключение в отношении россиян, которые уже имели российские паспорта до начала выдачи соответствующих документов на этих территориях. Под исключением могут попасть и лица, которые в момент оформления загранпаспорта были несовершеннолетними или официально недееспособными. На документ Европарламента отреагировали и в Министерстве иностранных дел нашей республики. Действительно, данное решение является неприкрытой дискриминацией граждан, проживающих на данных территориях, и вместе с тем является грубым нарушением основополагающих принципов европейской демократии. Но однозначно можно сказать, что граждане Южной Осетии ничего нового не услышали. Эта дискриминационная политика практиковалась и ранее, просто сейчас коллективный Запад громко и открыто заявил о поддержке, в частности, о поддержке Грузии, политики Грузии по международной изоляции граждан Республики Южная Осетия. Отмечается, что далее документ будет передан в Еврокомиссию для согласования странами Евросоюза. В случае одобрения странами и участницам ЕС данной инициативы решение вступит в силу. Анжела Кукоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.